Очень много можно встретить сегодня людей, которые говорят: «Я верю в себя». А кто-то говорит: «А я ни во что не верю». А вот однажды Антон Павлович Чехов очень точно сказал: «Человек должен или быть верующим, или ищущим веры, иначе он пустой человек». Вот чтобы не оставаться пустым человеком, давайте наполним свое сердце верой. И не просто верой во что-то, а верой в истинного Бога, победившего смерть и нам подарившего жизнь вечную.